его любишь, носишь внутри, голубишь, качаешь, холишь. Терпишь тупые схватки, от острой боли просто становишься тише, но не рожаешь. Потому что когда он выйдет, коснется света, родится кровавым сгустком в твои ладони, вылюбком, криком, хрипом, последней пеной, когда это все накроется медным тазом, впрочем, откуда медь в городской больнице? Когда это все закончится, ты задышишь, выпрямишь спину, вытришь живот, колени, все, к чему он отчаянно прикасался. Выйдешь на улицу, станешь живой и сильной, готовой к новым зачатиям и печатям, когда это все закончится, потому что он выйдет. Тупые схватки, качаешь, холишь. Сестра, твою мать, заканчивай с ней быстрее. Там еще 11 рожениц в коридоре.